В Воронеже встретили новый двухэтажный поезд номер 45/46. Презентационный показ инновационного состава был организован прежде всего для представителей прессы. Но посмотреть произведение Тверского вагоностроительного завода на станции «Воронеж-1» смогли и все желающие. Одно из главных преимуществ поезда – время в пути. Оно сокращено до 6 часов 35 минут. В России таких вагонов больше нет. Тверской вагоностроительный завод вложил сюда все инновации, которые у него есть. Но прежде всего, если посмотреть стеновую панель, здесь видно, то вы видите, что она кверху скругленная. Эта технология впервые, в общем-то, применена в вагоностроении у нас в России. Скорость такого поезда конструкционная 160 км в час. Значит, мы проводили эксплуатационные испытания, сертификационные испытания. В общем-то, все требуемые характеристики данного поезда выдержаны. И должен сказать, что на сегодняшний день вот мы ехали со скоростями 120-140 километров, но при наличии возможности такие вагоны могут следовать со скоростью 160 км в час. А это позволит еще сильнее сократить время следования до Воронежа. Чтобы успешно конкурировать с воздушным транспортом, железнодорожники позаботились и о доступной цене на билеты. В этом году впервые мы получили одобрение Федеральной службы по тарифам, которое позволило нам установить стоимость проезда в регулируемом сегменте, это вот как раз вагоны с местами для сидения, в качестве предельных. То есть фактически нам впервые в истории, то есть это не только новый впервые в истории подвижной состав, который здесь представлен, но и фактически первая возможность для нас устанавливать тарифы ниже, чем они были раньше. И извините за долгое вступление, но если говорить о тарифах, то с 31 июля, когда поезд начнет курсировать, на все поезда, которые курсируют не только на этот подвижной состав, минимальный тариф при заблаговременном приобретении билета составит 704 рубля. А начиная с осени, то есть когда график гибкого регулирования тарифов будет уменьшен, минимальный тариф при заблаговременном приобретении билета составит порядка 630 рублей. И мы считаем, это из Воронежа в Москву. И если говорить о том, что действительно здесь присутствуют вагоны и первого, и второго класса, то стоимость минимальная для проезда в вагоне первого класса, в котором будет еще и включено и питание горячее, будет начинаться от 1180 рублей. В двухэтажном поезде 11 вагонов первого и второго класса с местами для сидения. Для пассажиров созданы все условия, чтобы поездка была комфортной. Работает система кондиционирования, есть кулеры с холодной водой, кофемашины в каждом вагоне. Пассажирам будет доступен бесплатный интернет по технологии Wi-Fi, а система видеонаблюдения обеспечит безопасность. В вагонах первого класса установлены кресла, которые вращаются на 180 градусов, что позволяет все время смотреть по пути движения поезда. Состав простоял в Воронеже более часа. Те, кому посчастливилось зайти в вагоны, остались довольны. Как вам новый поезд? Великолепен. А что понравилось? Мне очень понравилось, что здесь кондиционирование, зеркала, очень удобные, хорошие туалеты вот, на современном уровне. И в целом очень приятный, ненавязчивый интерьер. Ну, вы были и в первом классе, и... Да, совершенно верно. И первый, и второй великолепны. Никто ничему не уступает. Цена билетов, нам сказали, будет минимально 600 рублей. То есть, если сравнить, например, с ценой на автобусе, это просто небо и земля, правильно? Плюс здесь еще будет человек каждый обеспечен питанием, что входит в стоимость билета. То есть, очень удобно. Покушать мы все любим, с собой теперь бутерброды делать не надо, все входит в стоимость билета. Еще одна важная особенность поезда – шумоизоляция. Как он соприкасается с железнодорожным полотном во время движения, абсолютно не слышно в вагоне. Новый двухэтажный состав оценили и те, кто с железной дорогой связал свою жизнь – проводники. Думаю, будет комфортно, потому что, во-первых, это совершенно новый состав, более такой уже обтекаемый. Да, вы заметили разницу между теми двухэтажными, которые ходят на Адлер и на Питер. Здесь совершенно другой дизайн, много мест предусмотренных также для хранения всего. Но думаю, ребятам будет просто интересно моим проводникам работать. Новый двухэтажный поезд номер 45/46 будет ходить из Воронежа в Москву и обратно 3 раза в неделю. Первый состав отправится из столицы 31 июля.